На улице Баляева микроавтобус столкнулся с седаном. Водитель пострадавшего автомобиля решил, что без вмешательства сотрудников полиции здесь явно не обойтись. Водитель автомобиля Nissan Cedric совершенно не ожидал, что его угораздит попасть в такую аварию. Молодой человек за рулем седана ехал со стороны улицы Стрелочной по Баляева. Неожиданно в районе 56-го дома перед ним появляется Nissan Caravan. Водитель седана ударил по тормозам, но было слишком поздно. Лобового столкновения избежать не удалось. Ехал, что вот она выскочила. Женщина, да, была за рулем? Ну да, я не знаю, неадекватная какая-то. Она что-то тебе как-то объяснила? Почему? Ничего она не объяснила, говорит, не увидела. Тут машины припаркованные были, но я не знаю, зачем так вылазить. Она уже, в смысле, ехать вот сюда прям начала. Nissan Caravan выехал с придомовой территории из-за припаркованных рядом машин. Находившаяся за рулем микроавтобуса женщина от каких-либо комментариев отказалась. Дама была расстроена произошедшим. Но еще больше расстроился водитель седана. Его машине досталось сполна. По европротоколу здесь явно не разойтись, поэтому к месту происшествия вызывают сотрудников полиции.